Это отсюда открывается вот такой вот красивый вид на парк, где высажены различные деревья, высоченные кипарисы. Дальше идут оливковые деревья. В общем, очень красиво. Смотришь, и глаз отдыхает. Искренне завидую белой завистью людям, которые проживают вот там, вот в тех домах вдалеке, поскольку они могут ежедневно наблюдать вот эту красоту. Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Хочу сегодня начать с того, прослушала вчера песню Макса Фадеева «Танцы на стеклах». Знаете, давным-давно не было у меня такого чувства. Вы знаете, аж слезы выступили, настолько красивые слова, хотя песня не новая, я ее ни разу, правда, не слышала, но если вы действительно хотите получить удовольствие от музыки, от голоса, от глубины слов, то очень рекомендую. Это что-то просто, ну просто что-то невероятное. Хочу вам всем сказать огромнейшее просто спасибо. Вы даже, наверное, не представляете, насколько мне было приятно читать комментарии к видео «Прогулка в Юзес». Дело в том, что я, как обещала, мы первый раз, когда были там проездом по делам, и я сняла видео в дождливую погоду и пообещала своим зрителям, что я вернусь и покажу этот город во всей красе и без дождя. Но, к сожалению, во всей красе не совсем получилось показать. Во-первых, по двум причинам сейчас объясню. Поскольку он невероятно красивый летом, это первое. А второе, когда, ну, сами понимаете, с маленьким ребенком, она то туда хочет, то она туда не хочет. И как бы получалось снимать только, ну, вот такими маленькими отрывочками, а не полноценным кадром. Как бы мне бы хотелось... Ну, в общем, я думаю, что в какие-то, может быть, выходные получится куда-то выехать, чтобы я именно сама поехала и сама сняла все то, что я хотела бы показать. Потому что, действительно, вы правы, Франция настолько уникальная, настолько красивая страна, что даже в таких вот небольших южных или северных или центральных городах, вот почему я всегда за то, чтобы показывать жизнь ту, которая она есть. Потому что столицы, большие города, такие как Лион, как Тулуза, можно увидеть в каких-то телепрограммах на телевидении. А вот именно вот шарм вот этих маленьких городков, конечно, не найдешь нигде, кроме как вот у блогеров, которые ездят, которые показывают, у туристов, которые делают съемки и выкладывают видео на YouTube. Знаете, я частенько проглядываю видео о путешествиях, и мне намного интереснее смотреть, когда это снимают непрофессиональные операторы, непрофессиональные журналисты, а вот именно аматоры, вот такие, как я, поскольку то, как человек видит это место, то, как он его чувствует, то, как он о нем говорит, это имеет большую разницу с тем, когда информация подается в стандартном плане профессионалам, ну, журналистами, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Так что очень было приятно, и кукла моя ходит. У нас каникулы, и дочечка всегда со мной, да, сладкая моя. В общем... Да, 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 доченька. Ну все, в общем, съемка закончилась. Сегодня тестирую свою новую покупку. В общем, подробно расскажу все в видео о покупках. И это такой паровой пылесос. В общем, заправляется он в такой вот деминерализованной водой. И сейчас покажу, что я с ним делаю. Убрала подушки с дивана и пытаюсь очистить диван. У меня Милена здесь, конечно, не валяется. И вот после обработки... В нем появились вот такие какие-то, в общем, поверхность влажная. Обрабатывает он, конечно, неплохо, но повыступали какие-то вот такие вот на обивке дивана, короче, пятна. Не знаю, сейчас я еще раз, он парует. Я его, в принципе, отключила, но он до сих пор парует. И сейчас пройдусь я по второму разу. В общем, то, чего не было видно, выскочило наружу. Посмотрите, что с этим, с диваном. Вот, ну нет, для Тики никакого другого места, как коробка от посылки, в которую она забралась и спит. Тики, и тебе хорошо здесь?
Ну, конечно. Знаю, все коты любят. Вот залазят то в какие-то коробочки, то в какие-то ящики, то в шифонер, то в шкаф. Вон еще одна киса прилетела. Да. Тики, плюшевая. Ох, эти кунета. Ну, конечно, конечно. Не могу не похвастаться. Вот у меня, смотрите, уже какие бутоны на орхидеях. Скоро совсем зацветет. И вторая тоже, вот эта, которая белая, тоже выпустила. Вон какой вот цветонос. И так что будут у нас скоро цветущие орхидеи. Вот вышла немножко на свежий воздух, поскольку многие из вас пишут, что очень не хватает вида террасы, что как бы уже все привыкли за это время, что систематически появляются сюжеты, которые я снимаю здесь, и что длительное время таких сюжетов не было. В общем, терраса моя ни капельки не изменилась, вернее, ну как не изменилась. Естественно, с цветами и со всем прочим произошли кое-какие изменения. Но зима есть зима, и сами все понимаете. И... Ой, усядусь. И на свое любимое место. И что я хотела бы сказать, это отвечу сейчас на ваши... Ой, никак давно с этой палкой не снимала, никак не могу приспособиться. Ладно, это технические моменты. Хочу сказать, девочки, относительно тех вопросов, которые вы мне задаете по диете и по питанию. Потому что приходят такие вопросы достаточно конкретные, и я считаю, что я как не специалист по питанию и не диетолог, и не врач, я не могу давать конкретные ответы и конкретные советы по тому или другому вопросу, что да, делайте так или не делайте, а делайте иначе. Я считаю, что когда вас интересуют более серьезные вещи, то нужно обратиться именно к специалисту. В своих видео про диету и про разгрузочную, про Дюкана я просто делилась и буду продолжать делиться тем опытом, теми ситуациями, теми ошибками или же наоборот какими-то победами, которые я смогла сделать благодаря использованию этих диет. Но никак, я считаю, что, поймите правильно, я считаю, что я не вправе указывать или учить кого-то, поскольку я не имею специального образования на это. И поэтому вы слушаете меня, если, конечно, вам интересно, перенимайте мой опыт, но если у вас какие-то проблемы со здоровьем, или что-то вас заставило сомневаться относительно того или другого продукта, или принятия пищи, или запивать еду, не запивать еду, использовать молоко коровье или только соевое. Понимаете, на такие вопросы ответ может дать только действительно специалист. Тем более, тоже мне приходят письма от людей с заболеваниями разными, с сахарным диабетом и с проблемами щитовидной железы. Все, что я рассказываю, это мой опыт. Но это не значит и ни в коем случае, что я призываю делать так или иначе, поскольку у каждого свой организм. И если у вас какое-то заболевание, то тоже обязательно нужно проконсультироваться с доктором. Даже если вы смотрите видео врачей на YouTube или вы читаете какие-то статьи в интернете, и визит тет-а-тет, как говорится, к твоему врачу, который знает именно конкретно твое заболевание, твою ситуацию, твои анализы, это абсолютно разные вещи. Поэтому любите себя, берегите свое здоровье. И еще одна такая покупка, как бы декор. Лампа, которая питается от солнечной батареи, и когда наступает вечер, она загорается, и цвет меняется: голубой, красный, зеленый. В общем, получается такая красивая лилия. И здесь видите вот такие вот пластиковые штучки с наконечниками, и получается вообще невероятно красиво просто вечером. И вот показываю вечером, как красиво. Милеша моя зовет папу, чтобы посмотрел тоже. Это она первый раз сегодня видит. Красный, зеленый, синий.
вообще вот так вот летом ужинаешь на террасе, вот так вот красиво получается. Даже не думала, что классно будет, так бы я несколько взяла. Недорого стоит, что-то я не помню, около 3 евро за штучку вот такую вот. Он в горшке стоит. Так что вот такая у меня покупочка. Вот такой сегодня у нас будет ужин. Это рыбка, лосось, спаржевая зеленая фасоль, грибы и сладкий перец. Фасоль и грибы у меня замороженные, рыбка свежая и свежий перчик. Сейчас я все это полью вот этим вот соусом и поставлю в духовку под фольгой примерно на полчасика, может минут на 35-40. Ну и с вами со всеми я прощаюсь. Всем, кто будет сейчас ужинать, желаю приятного аппетита и сама убегаю бегать на беговой дорожке. Ну и как всегда, до новых встреч на моем канале, в моем новом видео. Пока-пока!